На берегу неба пел весь зал. А для людей с ограничением слуха песни транслировали на языке жестов. Поздравить инклюзивный клуб с десятилетием пригласили Диму Билана. Причем выбор был не случайным. Артист уже выступал для нашего места на праздновании первого дня рождения. Ну, я увидел, конечно, новые глаза спустя 9 лет. Я приятно удивлен тому, насколько много людей, сидящих в зале, которым не безразлично. Очень яркие, сияющие глаза, интересующиеся взгляды. Вместе со столичными звездами на сцене выступили ребята с ограниченными возможностями здоровья. Номера им ставил известный хореограф Марк Куклин. Например, 18-летняя Саша передвигается на коляске. Но это никак не мешает ей заниматься творчеством. Девушка уже 4 года выступает с коллективом. Есть волнение перед выходом, оно всегда, думаю, есть у любого артиста, кто стоит за сценой и ждет своего выхода. Но когда ты выходишь на сцену и получаешь заряд энергии от зрителя, все волнение пропадает. В финале праздника для гостей выступили камызяки. Команда КВН относится с трепетом к такому опыту. Для такой особенной аудитории они выступают уже не первый год. Эта доброта и притягивает на самом деле, потому что ее... Ну, к сожалению, большому очень мало. И таких мест мало, где можно получить заряд вот именно такой положительных эмоций. Поэтому всегда готовы, всегда рады быть здесь. Праздник зафиналили гимном, который Азамат Мусагалиев сочинили вместе с командой. Он считается уже вторым для нашего места. С написанием текста также помогал инклюзивный вокальный коллектив. Никогда нам не поступало такого, чтобы там, какой-то просьбы или заказа, если хотите, чтобы там, написать какую-то песню для чего-то конкретного. И вот это одна из первых наших таких работ. Не скажу, что мы ее где-то еще используем, только вот здесь мы. И это даже замечательно, что мы каждый раз, приезжая сюда, слышим ее только здесь. В концертном зале был полный аншлаг. Собралось больше 2000 человек. В шоу были задействованы больше 150 человек с ДЦП, ограничением слуха и зрения. Все они нашли свое место на большом сцене. Диана Пуцинтян, Сергей Олейник, 31 канал.